Приветствую вас, дорогие мои друзья, вас, новые подписчики и зрители, и вас, кто случайно зашел на мой канал. Добро пожаловать в Рим и Ватикан. В Риме с ноября, а сейчас уже конец декабря, идут проливные дожди. К сожалению, это итальянская зима. У нас за все лето не упало ни капли дождя, зато в осенне-зимний период Италию заливает. Такая погода может продержаться еще месяц, а потом выглянет солнышко, зацветет мимоза и наступит весна. Дорогие мои друзья, прямо в начале видео я хочу поздравить вас с наступающим праздником Рождества. В этот светлый праздник от всего сердца искренне желаю вам, конечно же, в первую очередь, мира. Потом бесконечного счастья, добра, взаимной любви, здоровья и благополучия. Пусть все ваши заветные мечты в этот волшебный день сбудутся. Пусть ангелы, а они у нас у каждого есть, охраняют вас от бед и невзгод. С наступающими вас праздниками, дорогие мои! Пусть тема моего видео не праздничная, но мне сегодня вновь захотелось поговорить о Бернини и Боромини, о их первых шагах на строительных площадках собора Святого Петра. И еще хочу рассказать, как талантливый скульптор Франческо Мокки незаслуженно оказался в тени гения Джан Лоренцо Бернини. В Риме столько всего интересного. Когда будете планировать поездку в Рим, не ограничивайтесь только музеями Ватикана и Колизеем, а постарайтесь рассмотреть и увидеть другой Рим, о котором мало написано в путеводителях. Или обращайтесь ко мне, я с радостью покажу вам тайные уголки вечного города. На протяжении почти двух веков строилась новая базилика Святого Петра. Все это время казалось, что главное строительство почти нависло над городом, с обезжизненными километрами строительных лесов и веревок, в то время как сотни рабочих толпились на строительных площадках, чтобы создать достойный храм. Работы над новым собором Святого Петра начались примерно за 100 лет до рождения Бернини и Боромини, в 1506 году, и они будут продолжаться еще в течение следующих 150 лет. Но когда я попадаю на площадь Святого Петра, я представляю, как именно здесь началась карьера этих великих мастеров, без работ которых сейчас сложно представить Рим. Конечно, к работе по собору Святого Петра было привлечено много великих художников и скульпторов со всей Италии, таких как Браманте, Рафаэль, Микеланджело. Все они приложили руку к строительству собора, и про них хочется рассказывать отдельно. На месте захоронения Святого Петра в IV веке была возведена первая Константиновская базилика. При битве с Максенцием на Понте Мильвио Константин увидел на небесах крест. Константин победил в битве, и он обратился в веру зарождающегося христианства. В знак благодарности была построена церковь на могиле Святого Петра. Первоначальная базилика была типичной раннехристианской церковью. Ее длина была почти примерно вдвое меньше нынешней. Константиновская базилика находилась в плачевном состоянии и требовался ремонт. В 1505 году папа Юлий II, один из самых влиятельных пап эпохи Возрождения, принял поистине смелое решение снести Константиновскую базилику и построить совершенно новую церковь. Как пишет Джорджо Вазари, человек уникальный и одаренный, он был не только прославленным художником и архитектором, он был еще и писателем эпохи Возрождения. Я часто обращаюсь к жизнеписаниям знаменитых и влиятельных людей, которые он написал в свое время. Так вот, он написал, что Джулиано делла Ровере, который стал папой Юлием II, хотел в Константиновской базилике вместить грандиозную и массивную гробницу, над которой работал Микеланджело для него. Так как гробница должна была быть очень большой, папа боялся, что она не вместится в эту базилику, и решил поручить Донато Браманте создать проект новой базилики. И уже 18 апреля 1506 года на особой церемонии сам папа Юлий II заложил первый камень, фундамент первого столба пилона, в пилон, где сейчас находится скульптура святой Елены. Константиновскую базилику стали разрушать, что христиане не простили папе Юлию II, и, видимо, по этой причине его гробница так и не была поставлена в новом соборе Святого Петра. А архитектора Донато Браманте стали называть Браманте-разрушитель. Это прозвище приклеилось к нему до конца жизни. История создания гробницы тоже достойна отдельного рассказа. Она так и не была сделана Микеланджело, как планировалось, из 40 фигур. Была сделана только одна фигура Моисея. И находится гробница сейчас в базилике Сан-Пьетро-ин-Винколи. На создание гробницы у Микеланджело ушло очень много времени. Купол собора Святого Петра называют куполом Микеланджело. Он был вдохновлен куполом Пантеона, самого древнего строения Рима.
Микеланджело хотел, чтобы купол был высоким. Он верил, что его работа может коснуться Бога, и что человек имеет право на это чудо. Это была последняя работа Микеланджело в соборе Святого Петра. При жизни Микеланджело успел сделать только барабан купола, все остальное уже было сделано после его смерти, следуя проекту Микеланджело. И только 12 декабря 1614 года были завершены последние работы над куполом. Завершение работы над куполом приветствовались колокольным звоном церквей по всему городу и прозвучал выстрел из пушки замка Святого Ангела. За время строительства церкви поменялось очень много архитекторов. При архитекторе Модерно столкнулись с серьезной проблемой при расширении церкви. Работа продолжалась. На этот момент в базилике работало 866 рабочих, некоторые из которых работали даже ночью при свете факелов. Удивительно, что в соборе Святого Петра находится первая работа Микеланджело, которую он создал в Риме, это знаменитая Пьета, и последняя работа – это купол. Мне всегда было интересно, в какой момент строительства собора появились Борромини и Бернини. Франческо Борромини родился в 1599 году в городке рядом с озером Лугано на границе Италии и Швеции. Он был сыном каменщика. В возрасте 9 лет Борромини был послан отцом в Милан, чтобы обучиться мастерству у скульптора Андреа Бифи. Борромини посещал детскую школу мастеров-каменщиков, слушал бесконечные дебаты про ломбардскую архитектуру под влиянием северной готики и про римскую архитектуру, которая восходит к Древнему Риму. Эти разные культуры и традиции объединились в Борромини. Если вы видели работы Борромини в Риме, вы понимаете, о чем я говорю. Еще до того, как стать архитектором, Борромини был одним из лучших декоративных скульпторов. Это Андреа Бифи тренировал и обучал Борромини. В возрасте 16 лет он уже был так увлечен этим ремеслом, что у него было желание увидеть и изучить удивительные древности Рима. В 1619 году, ничего не сказав своим родителям, Борромини покидает Милан и уезжает в Рим. Молодой человек отправляется в Рим, зная, что в Риме живет его дядя по матери. И какая же была удача для Борромини, что его дядя был тестем главного архитектора собора Святого Петра Карло Модерно. В то время это был один из самых лучших и самых выдающихся архитекторов Рима, а с 1612 года еще и архитектором собора Святого Петра. Через год, как приезжает Борромини в Рим, его дядя погиб, упав с высоты на строительной площадке в соборе Святого Петра. Борромини купил инструменты дяди и продолжил работу в соборе. Так он начал свою карьеру в Риме, работая на Модерно как декоративный скульптор. Вот эти ангелочки – это его работа. Через некоторое время Модерно стал разрешать Борромини разрабатывать некоторые детали в качестве архитектора собора Святого Петра, но всегда был под контролем. Благодаря своему таланту и неустанной работе Борромини через несколько лет после побега из Милана стал любимым помощником Модерно. Человеку, болеющему подагрой, нужен был опытный и надежный помощник. И Модерно вырастил его и обучил. Его помощником стал Борромини. Прошло совсем немного времени, и в соборе Святого Петра появляется Бернини. 6 августа 1623 года на конклаве был выбран новый папа Урбан VIII. И в соборе появляется талантливый молодой человек. Общительный, дипломатичный, умный и остроумный, хотя иногда немного упрямый. Художник и папский придворный Бернини. Уже в то время папа больше предпочитал Бернини, чем Модерно, который был главным архитектором собора. Когда Модерно умер, Борромини был уже одним из самых опытных мастеров Рима. Но для него смерть учителя была землетрясением, шок со всеми неожиданными последствиями. Модерно был человеком, с которым Борромини научился многому. Он повзрослел, он уважал его как отца. Именно Модерно обнаружил его талант и поощрял его. Борромини потерял человека, который был для него очень близким человеком. Он так хорошо принял его на работе, научил объединять мир искусства и религии. Борромини было очень тяжело видеть на рабочем месте своего учителя папскую избалованную собачонку в лице Бернини, у которого не было достаточно практики в архитектуре. Борромини был уверен, что он заслуживает места главного архитектора собора Святого Петра. Он долго и хорошо работал на Модерно, и только он знал все тонкости и подробности работы в соборе. Такое важное место нельзя было доверять какому-то начинающему скульптору, и это место заслуживал человек, знающий архитектуру. Все уже догадывались, кто будет следующим главным архитектором собора, и главным архитектором становится Бернини. Борромини через силу
можно сказать, скрипя зубами, становится его помощником. С первых дней партнерства между Бернини и Барамини не сложилось. Впереди у них много совместных работ, одна из которых находится перед нами. Это балдахин, как мы его называем, балдахин Бернини. Еще при жизни Модерно папа Урбан VIII сказал, что он выбрал Бернини для создания огромного балдахина, который будет установлен над главным алтарем. Для Модерно это был шок. Это была работа, к которой он так долго стремился. Совместно Бернини и Барамини работали вместе в соборе Святого Петра всего 9 лет. Но для обоих эта совместная работа была началом чего-то нового. Все, что произошло при проектировании и строительстве огромного бронзового балдахина высотой 28 метров, повлияло на их карьеру и на то, что они думали друг о друге. Здесь началось их соперничество, которое будет сопровождать их всю жизнь. Для Бернини балдахин был первой архитектурной работой, у него не хватало опыта, он больше был скульптором, а Барамини был архитектором. И Бернини очень часто обращался за помощью к Барамини. Его работа была выполнена в большей степени, но нигде не было отмечено, и про это умалчивали. Все лавры приписывались Бернини. И сейчас Кивари мы называем балдахин Бернини. Бернини, будучи молодым, был избалован вниманием. Он подчеркивал, что ни в ком не видит конкурента. Тогда почему же он не разделил заслугу и славу между собой и Барамини, и даже Модерно? На самом деле работа Бернини над балдахином была почти всегда совместной. Сначала с Модерно, так как идея создания над главным алтарем постоянного балдахина принадлежала именно Модерно. Модерно спроектировал этот навес еще до того, как Бернини начал работать в соборе. Двойная изогнутая лестница была тоже спроектирована и нарисована Модерно. По этой лестнице паломники могли спуститься и прикоснуться к могиле святого. После смерти Модерно Бернини помогал Боромини. Тем не менее, балдахин считается работой Бернини. В архивах Ватикана, думаю, найдутся документы, где будет описан весь процесс работы и оплаты. Но многие детали уж точно не дойдут до нас. Ясно только то, что Джан Лоренцо Бернини был художником, выбранным папой для работы над балдахином, а Франческо Барамини был его заместителем. Барамини получал за работу в соборе Святого Петра намного меньше, чем Бернини. Есть документ, в котором написано, что Барамини за работу над балдахином, документ датируется 1633 годом, получил 25 скуди. Бернини же за этот период получил 250 скуди. Франческо Барамини, можно сказать, был одним из тысячи рабочих Ватикана, которые работали на пыльных строительных площадках. Большинство рабочих были довольны работой. Барамини хотел большего и мечтал о своих проектах. Он готов был работать даже бесплатно, и такие проекты были. Он хотел делать то, что подсказывало ему сердце, а не быть просто каким-то помощником. Бернини же проработал в соборе Святого Петра с небольшими перерывами почти 50 лет. Бернини понимал, что если Барамини уйдет со строительных площадок собора Святого Петра, то он лишится помощника, и он рекомендовал его на должность архитектора Университета Рима Сапьенца. Он думал, что если он получит достойное место от Бернини, то мог бы остаться еще и в соборе Святого Петра. А может быть, это был своего рода обман. Награда за молчание Барамини о сомнительных действиях Бернини на строительных площадках собора. В январе 1633 года Барамини получает окончательный платеж за работу в соборе и уходит работать самостоятельно. В то время, как Барамини был известен в Риме своим целомудрием, Бернини был тем, кто любил женщин. Когда ему было за 60, он признался, что в юности он очень любил женщин. Здесь, в соборе Святого Петра, началась страстная и бурная любовная история между Бернини и Констанцией, женой его ученика и помощника, которого он нанял в 1636 году для работы над памятником Матильды Тосканской. Констанция стала для Бернини любовью всей его жизни. Многие мужчины, работающие над гробницей Матильды, средневековой дворянки, которая пожертвовала все свое состояние церкви, были главными героями этой любовной истории. Большая часть мраморной статуи Матильды, кроме головы, работа Луиджи Бернини, брата Джан Лоренцо Бернини. Два пути, поддерживающие герб, были вырезаны Матео Боннарелли, мужем Констанции. Мало что известно о Констанции и подробности ее жизни до того, как она встретилась с Бернини, но потом, после их встречи, чувства любви стали выражаться в скульптуре, и она стала для него музой.
1635 году, примерно в то время, когда Маттео Боннарелли начал работать в мастерской Бернини, Бернини создает бюст Констанции. Рассматривая этот бюст, сейчас мы в полной мере можем сказать, что скульптор был влюблен в эту женщину. Этот бюст не был заказом. Просто у Бернини появилось желание запечатлеть свою возлюбленную в мраморе. Платье простое и открытое, волосы без украшений, собраны назад, как будто она еще не причесывалась за день. На ее лице есть намек на беспокойство. Брови слегка нахмурились, глаза большие, широко раскрытые, а губы... Губы, словно она собирается заговорить. Здесь невооруженным глазом видно, что Бернини влюблен в Констанцию. Но этой любовной страстью был болен и другой член семьи Бернини, и к тому же еще и с трагическими последствиями. По Риму поползли слухи про брата Луиджи и привлекательную молоденькую девушку. Бернини слушал рассказы об этой парочке, сопоставлял и решил узнать правду. В свои 40 лет Бернини все еще жил со своими сестрами и братьями и вместе с матерью в доме, который его отец Пьетро купил недалеко от Санта-Мария-Маджоре. Утром он сказал, что должен уехать из города. Но в то утро, вместо того, чтобы покинуть город, он приказал кучеру отвезти его к дому Констанции, недалеко от Ватикана. Он затаился и ждал. Ему не пришлось долго ждать. Через некоторое время он увидел, что его брат Луиджи вышел из дома Констанции. Молодая девушка с любовью провожала его до двери. Разъяренный и униженный Бернини побежал за братом до самого собора Святого Петра, где работал молодой человек, и напал на него с арматурой, сломав ему 2 ребра. В конце концов, брату удалось сбежать. Или, может быть, Бернини отпустил его, потому что боялся убить? Бернини приказал своему слуге пробраться в дом Констанции и порезать ее бритвой. Внезапно страстная любовь, которой он пылал к ней, превратилась во что-то опасное. Красота его возлюбленной Констанции должна была быть уничтожена. Бернини хотел быть уверенным, что больше она никогда не понравится другому мужчине. Пылкий и страстный любовник в то время, видимо, забыл, что Констанция была замужем, и о каком возмездии он говорит. Слуга Бернини залез в дом Констанции, обнаружил ее в постели и выполнил приказ, полученный от хозяина. Бернини же вернулся домой и застает Луиджи дома. Он вновь нападает на него. Луиджи снова убежал. Сбежал, проскользнув в дверь соседней Санта-Мария-Маджоре, где он уже находился в безопасности, ведь Бернини не смог бы убить в церкви. Это был скандал. Даже в Риме 17 века должно было быть наказание за это. Против архитектора было возбуждено судебное разбирательство. Вмешалась мать. Она попросила смягчить наказание. Бернини пришлось заплатить штраф за свое скандальное поведение – 3000 скуди. Ну а Луиджи, его брат, уехал из Рима и поселился на некоторое время в Болонии. После таких событий Бернини впал в глубокую депрессию. Он полностью перестал работать. Папа Урбан VIII долгое время настаивал на том, чтобы Бернини успокоился. Он хотел, чтобы Бернини стал, так сказать, бессмертным, пытаясь убедить художника иметь детей. Но Бернини сказал папе, что статуи – это его дети. Папа Урбан VIII все-таки убедил Бернини жениться. И в 1639 году Бернини в возрасте 40 лет женится на 22-летней Катерине. Катерина считалась самой красивой девушкой в Риме. Ходили даже слухи, что Бернини пришлось заплатить деньги, чтобы ей собрали приданое. Но ведь это не важно. Молодожены отправились жить в просторный 4-этажный дом, который находится недалеко от испанской лестницы, и жили там долго и счастливо. 4 мощных пилона держат купол собора, а в нишах находятся скульптуры Святой Елены, работа скульптора Андреа Больджи, Святого Лангина, автор скульптуры Бернини, Святого Андрея, автором которого является Франсуа де Кенуа, и Святой Вероники. Мне очень нравится скульптура Святой Вероники. Святая Вероника сопровождала Христа на Гольгофу. Изнеможденному под тяжестью креста, который он нес на плечах, Вероника дала льняной платок, чтобы он смог промокнуть с лица кровь и пот. Чудом он оставил изображение своего лица на ткани. Автор этой скульптуры – Франческо Мокки. Может быть, это имя вам ничего не говорит, но сейчас я вам расскажу историю, и вы вспомните его скульптуры в других местах Рима. Святая Вероника – одна из 4 скульптур, самая живая. Она изображена почти в движении, и ветер как будто прижимает ее одежду к телу. Автору этой работы, Франческо Мокки, пришлось выслушать много критики со стороны Бернини.
потому что скульптура была в движении, да и находилась она не в подходящем месте. А может быть, это была уже предвзятая критика. И когда Бернини спросил, откуда берется такой ветер, что шевелит одежду святой, Моки ответил: «Из щелей, которые появились по твоей вине в куполе собора». На самом деле, в то время ходили слухи, что у Бернини после проведения внутренних работ над пилонами, которые держат купол, на куполе Микеланджело появились несколько трещин. Поэтому Моки и сказал, что ветер дует из щелей, которые появились по его вине. Франческо Моки был очень хорошим скульптором и находился в постоянном споре с Джан Лоренцо Бернини, что усложняло его жизнь. Талантливый скульптор незаслуженно оказался в тени гения Бернини. Тем не менее, его работы достойны восхищения. Давайте сейчас переместимся в церковь, которая находится в двух шагах от собора Святого Петра, в церковь Сан-Джованни дей Фьорентини. Главный алтарь был спроектирован Барамини, он посвящен Иоанну Крестителю. Скульптурная группа была выполнена Антонио Раджи. Но хочу начать рассказ с самого начала. Семья Фальконьери заказала крещение для своей капеллы. Скульптурная группа была заказана скульптору Моки. Но однако, к сожалению, крещение Христова так и не было помещено на главном алтаре. Работа не понравилась. Две статуи очень сильно отличались от стандартов того времени из-за высоты скульптуры и одежды и остались без оплаты в мастерской Моки. А потом в 1654 году и скульптор умер. Но вскоре на главном алтаре появилась очень похожая скульптурная группа Антонио Раджи, ученика Бернини. Таким образом, после смерти скульптора статуи остались заброшенные в мастерской. Это необыкновенная работа. Не надо быть искусствоведом, чтобы ее понять. Франческо Моки создал скульптуры, где глубоко передает человеческие качества. Но им суждено скитаться по Риму на протяжении веков, чередуя минуты славы с долгими годами забвения. Так началось паломничество двух мраморных статуй. Несмотря на большие размеры, их перевезли сначала на Виа Джулия в Палаццо Фальконьери, затем на Понте Мильвио, а потом в Палаццо Браски. В феврале 2016 года скульптуры через 400 лет после их создания были перевезены в церковь Сан-Джованни дей Фьорентини, для которой они и были сделаны. Даже был снят документальный фильм, как эти две скульптуры перевозили в церковь. В фильме показано, как шаг за шагом на открытой машине везли их по городу. Я смотрела фильм и переживала каждую минуту за них. Только бы довезли, только бы не разбили. Антонио Раджи создает похожую сцену с точки зрения положения фигур, но обратите внимание, насколько по-разному они выглядят. Скульптуры Раджи мускулистые, с избытком одежды. Святой Иоанн Креститель Моки очень худой, с сумкой на плече, его одежда – это кусок ткани. Он крестит Иисуса, который смиренно кланяется перед своим двоюродным братом. По-моему, крещение Франческо Моки выполнено идеально. Когда скульптурную группу привезли в церковь, это как будто был итог. Итог того, что наконец-то успех к скульптору пришел, пусть даже запоздалый. Здесь, в этой же церкви, похоронен Карл Модерно и Франческо Барамини, который покончил жизнь самоубийством. В этой церкви много интересного, и я еще сюда вернусь, чтобы рассказать вам про реликвию, которая называется в народе «Стопа Марии Магдалины». Но не только эта скульптурная группа была отвергнута. Почти такую же участь постигла статуя святого Павла и святого Петра, сделанная Моки для монахов базилики святого Павла. Он почти одновременно работал над двумя скульптурными группами – крещение для церкви Сан-Джованни дей Флорентини и святого Павла и святого Петра для базилики святого Павла. Колоссальные скульптуры были предназначены для размещения в базилике по бокам Кивария, но и в этом случае клиентам не понравились две статуи. Со смертью Франческо Моки начались экономические трудности семьи, потому что четыре скульптуры не были оплачены. Вдова художника обратилась в суд. Дело затянулось на годы, но право на компенсацию было признано. Папа Александр VII Киджи оплачивает скульптуры святого Павла и Петра и украшает ворота стены Аврелиана, которые ведут на Пьяцца дель Пополо. Вы когда-нибудь обращали внимание на эти статуи?
Четыре колонны, стоящие по сторонам, были привезены из старой Константиновской базилики IV века, на месте которой сейчас стоит собор Святого Петра. На наших прогулках по Риму мне хочется не только показать Рим, но и донести, почему та или иная скульптура стоит на этом месте. История Рима соткана из человеческих судеб. Вот так перешел дорогу гению и остался выброшенным и незамеченным. А я на этом буду прощаться с вами. Мы еще не раз поговорим с вами о Бернини. Несмотря ни на что, я очень люблю его творчество. Ставьте пальчики вверх, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии и до новых видео, друзья!